Хорошо, промыли, да? Лапка живая? Конечно, живая. Блин, ну перелом, конечно, жуткий, мешает. Ничего. Ну пока нельзя оперировать, пока сегодня это самое. Она не выдержит операцию. Софочка. Вот. Да, девочка. И сейчас лоб еще промою, да, лоб тоже. Моя девочка, хорошо. Тихо, малышка. Все, Масилочка, все. Да, ну, живу, все. Все, ну, все, все. Мешка. Все, 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 детка. Лоб теперь. Смотришь, соло. Вар. Салон здесь. Все, текло по новой, все. Ну, по-моему. Перекись нельзя. Ей хлорбекс уже сливать. Можно. Через глаз идет, Лена. Не идет уже, Ван. Я боюсь. Не бойся, я тебе говорю. Вчера свежая была, сегодня уже. Господи, какой кефир идет. Нет, переносится вверх, идет. Нет, ладно, ничего. Все лежало. Все, мой хороший, немножко. Моя девочка. Ну, кольчик был утрающий, сделаешь? Я же сделала уже. Нет, я сделала антибиотик. А и витам я сделала? А этот самый... Кого? Баралдинчика немножко. Не будет он опять кричать? Просто вчерашнего я сделала. Это вчера просто вытащили марлю, поэтому она и кричала. Да. Ничего. Где у нее там? Вижу дырку. Вот она. Чужой закрыт. Хорошо. Все, видишь? Появилось. Слишком большая, хорошо. Тихо, все, солнце. Тихо. Вчера вот, аж до сюда было. Да, вчера. А сегодня было уже все чисто. Сегодня полегче. И сегодня она не кричит. Ну да. Вчера жутко кричала, я перепугалась вообще. Ну что? Все. Так, ну эту пеленочку возьмем. Думаю. Я думаю.